доброго времени. Я не хочу никого обвинять. Мне, в принципе, не надо никому ничего доказывать. Я скажу, как есть, и покажу, что произошло. Заказав бетон в Крымскбетоне, ИП Вербов ЮВ. Сегодняшнее число. Я получил бетон вовремя, но по завершении укладки бетонной смеси с бетононасоса приемки бетона не хватило. На мои высказывания водителю бетононасоса и водителю миксера о том, что бетона не хватает, мне был получен ответ, что сколько заказывал, столько и привезли. Миксер помылся, 0,3 куба скинул на землю. Сейчас будем поднимать. Пацаны вибрируют. Вот он, бетон марки 300, 5 кубов, бетононасос, 7000 и 1000 рублей доставка бетона. 5 кубов бетона. Данные, чтобы не быть голословным, я привожу. Хватило нам на вот столько. Вот. В общем, поднимем 0,3 куба, посмотрим, что получится. Конечный результат. Надурилово. ИП Вербов ЮВ. Сегодняшнее число. Вот. В общем, 0,3 куба бетона. Сейчас поднимем ведра, посмотрим, хватает или не хватает. Хватило в итоге полкуба, да. Да даже если, блядь, 0,4 не хватило, неприятно. Да нахуй, ролик выложу, блядь, в YouTube, блядь. Дам размеры, пускай нахуй умники сами считают, блядь. Напишу привет Крымскбетону, блядь. Сейчас я проведу замеры, ну и выясним, кто не прав. Я или все-таки РБУ? Или водитель миксера слил где-то чуток по дороге? Поэтому, чтобы не быть голословным, сделаем расчеты, все просто. По линейным размерам теперь пройдемся. Семь метров, 60 сантиметров. И 4 метра 84 сантиметра. Хотя дальше опалубка сужается, балконный вынос. В связи с тем, что бетона не довезли, не получилось уложить смесь по маякам, по виброрейкой, с помощью виброрейки. Получились вот такие вот раковины. Бетон подстывал.